У нас есть там тоже. Когда прям где-то не определился, да? Вот сегодня поеду. Он вначале обещал, что скажет, что, потому что вы сами решили. Большое значение, потому что они это ординаторские, это комната для раздевалки, для врачей, для больных. Комната техника впервые мы сделали. Техник, который все время дежурит во время диализа и потом. Он имеет свое место. Лаборатория очень. Лаборатория. Все это протекало, все это. А сейчас это, конечно, красота. Мне скажем, так сказать, хорошее оборудование, которое работает в России довольно давно уже. Я думаю сказать, что подобного рода система работает в России уже более 15, около 20 лет. Естественно, это современное поколение этой системы, но эта система организовала себя как очень эффективной, работоспособной, особенно в условиях бывшего Советского Союза и России. Утратилась ли чистая вода по магистралям, соответственно, идет диализный аппарат. Здесь плазмоферез, собственно. Но аппарат сейчас в реанимации, этот аппарат, который хороший аппарат, современный. Вот. Лучше там с ним. Можно, да, если есть возможности, есть время, потому что на сегодня мы с вами видим, так сказать, мы не видим какой-то декорации, вот, кровать и прочее, но мы сегодня с вами видим мозг и хребет вот этого учреждения, вашего учреждения медицинского. И на сегодня, если мы увидим, то вы оснащены аппаратом искусственной почки, это последнего поколения аппарата искусственной почки. И я думаю, что я могу сказать за тем, тоже несколько слов. Будучи медиками, вы знаете, что немногие аппараты медицинские награждены международными призами, международными медалями. И в области гемодиализной техники это единственный аппарат искусственной почки, который мы знаем на протяжении 60 лет, который был награжден золотой медалью в 1991 году за конструктивный и медицинский дизайн и подход. Кроме того, эта машина получила международные премии в Германии и в Европе. На буклете, который я потом оставлю, то есть все эти премии указаны, они есть. Ни одна компания в мире на сегодня диализная не может похвалиться подобными результатами. Вот, поэтому мне кажется, что мы благодарны, что вы выбрали наше оборудование, а ваши пациенты и ваш медицинский персонал будут получать большое удовольствие на работе на подобной технике. Это вот все. И, например, у нас здесь есть, мы можем сделать некоторые показательные какие-то функции, если в этом будет необходимость. Это хозяева распоряжаются и могут смотреть. Как вы думаете? Ну, если это... Да. На каком аппарате? Или давайте сбережем их. Давайте сбережем, да. Так что вы видите, насколько я понял, отделение компании готово. Мы тогда еще раз давайте с вами подойдем, посмотрим уже как. Да, когда уже больные будут, можно будет прийти еще раз. Уже в день. Нет, а я уже Я говорю, простите, Вот такой вытяжной шкаф, посмотрите, Михаил Александрович, как красотища. Но он на фильтрах.
Да. Он не в Пестру. Третий фильтр будет лететь. Да. Придется по второму. И они всюду, во всех. Вот. Все, что синее, все американцы. И приборчики. Мы вот это купили вместе с лабораторией, так я понимаю, вместе со всем оборудованием пришел анализатор. А анализаторы гематологические. Морозильник, наконец-то. Морозильник. Наконец-то холодильников два вон какие, которые просто так не откроешь, их только ключиком надо открывать и ключиком закрывать. Все под реактивом. Ну, кажется, так как они раньше жили, это, конечно, ужасно. Сейчас все прилично. Все это было не просто. Ну, только вот столов не было, вот интересно, да, мебель лабораторная, ни одного стола, надо все время работать стоя, по всей видимости, потому что столы вот этой вот неподъемной тяжести совершенно собирать их нельзя, это специальный стол под весы. Вот весы, на том, что он идет во всей лабораторе, взяли трубочки, поставили эти трубочки, а столешницы от старых столов, их обклеили, чтобы они сделали. Просто, ну, чтобы лабораторная мебель не содержала столов, ведут и гематологии, с микроскопом сидеть. Столов нет. Столов нет. А металлическое тоже сидеть все время за... То, что было раньше. По-моему, не делается. Так что МЗ какой же есть на всякий случай. Ну, а у тебя идет, я теперь мы этим же ходом. Если больше копировать. Итак, мы основные помещения посмотрели. С числом тем же путем. С вашего позволения, на секунду пойду пиджак. Здесь как-то уже пора. Мы с вами обогнали всю молодежь. Да, можно все, сказать, все остались. Да, и поэтому... Подождем. Конечно, мы... Там динозавры у нас. Нет, еще были. Помните, до каменного века. Раз был, но да, у нас еще на третьем этаже поле деятельности. Когда я посмотрел почку, я пришел с госпиталя. И думаю, ну как же так академия? По два человека на койке лежат. Открываю холодильник. Открываю холодильник и слушаю, мясо, картошка. На что? Я думаю, я вообще не туда попал бы. А что туда? Что не понравилось? 10 лет. А что должно быть? А что мне бумажку, инструкцию? С удовольствием. Сделаем видом. Да. Полистай что-то, там обсудите даже. Да, да. Листай, а ты просто не листай, а работай. Вот написано профессор Германович. Это что такое? Не знаю, вот ты рецензируешь. Я рецензирую. Ты рецензируешь. Мне Кутырина говорит. Да, ты пиши, что ты прорецензируешь. Сейчас я. Да. Есть. Интересный больной, у нас по нему будет идти разбор. Вот такой. Ну понятно, спасибо большое. То есть это спасибо. Все помогает, позволяет внимательно очень проводить дифференциальный диагностику. Да, третья, терапия. Но вы, наверное, видели, я, так сказать, виновник того, что там поставлено. Мы все сейчас посмотрели, да. Мы это вот. Поставили. Да. Нам да. Тоже очень много что-то хочется. Да. Но тоже будет еще один вопрос. Хорошо. Это вредный, да? Николай Алексеевич. Валерий Владимирович, можно вас поздравить? Вы вообще как-то на нас не ужин. Как-то за гостями оказываюсь. За гостями, я тебя хочу поздравить. Слушай, нам так понравилось. Никогда. Стол пустой, никто не идет. Мы должны показать кому-то. Уважаемые коллеги, мы сегодня присутствуем при очень знаменательном событии не только для клиники терапии профессиональных болезней, но и для Московской медицинской академии.
потому что открывается действительно уникальное отделение, которого, я думаю, что ждут не только и ждали не только врачи Большой Пироговской, но ждали и пациенты, многочисленные пациенты, которых, по поводу которых, и которые сами звонят неоднократно в Московскую медицинскую академию, потому что, к сожалению, проблема искусственной почки в России сегодня очень остра. Но сегодня вот это замечательное отделение, оно имеет очень большую историю. Конечно, когда мы с Николаем Алексеевичем первый раз обсуждали этот вопрос, Николаю Алексеевичу хотелось, и я, в общем-то, разделял его стремление, хотелось иметь центр гемодиализа. Ну, так мы представляли с Николаем Алексеевичем, что это будет здание этажей 10. Мы так думали, что кинфотодел надо снести, а там поставить здание этажей 10, сделал стеклянный мостик, переход. Вот так примерно все это представлялось. Но фирма «Альтина», которая сегодня нам показала, так сказать, высококлассное оборудование, компактное, доказала нам, что не нужно 10 этажей строить, а можно даже в старом здании, хорошо сделав ремонт и использовав оборудование фирмы «Альтина», можно сделать очень хорошее современное отделение. И есть еще очень большое достижение то, что сегодня отделение за отделением открываются в клиниках, которые оборудованы техникой, полученной по кредитной линии. И важно то, что это оборудование работает. Работает в интересах больных, работает в интересах лечебного процесса, который идет в клиниках. Есть еще одно, третье обстоятельство. Сегодня в каждой клинике появились отделения, которые можно назвать пилотными. Ведь, в общем, если пройти по всем этажам, я думаю, что это единственное отделение, пока единственное отделение в клинике. Но сегодня мы знаем, как должны выглядеть клиники Московской медицинской академии, какие должны быть отделения, какие должны быть удобства для больных. И сегодня у клинического центра, у ректората Московской медицинской академии появились определенные, ну что ли, образцы отделений и образцы ремонта, которые можно сделать в клиниках. И мы убедились в том, что старые клиники могут очень хорошо работать на пользу больным. Это еще один пример такого разумной реконструкции, разумной работы с клиникой Московской медицинской академии. Но, как всегда, при таком торжественном открытии нужно произнести тост. Я хотел бы предложить этот первый тост за коллектив клиники Московской медицинской академии, коллектив клиники терапии профессиональных болезней, за прекрасный альянс, который сложился с фирмой «Альтина». И хотел предложить тост за вот эти два коллектива, для представителей фирмы «Альтина», которые, конечно, не только чувствуются, не только, так сказать, замечательные инструменты поставили, но они подумали и помогли решить многие технические проблемы, за коллектив клиники терапии проболезней. Ну и, конечно, вот если бы нам удалось сохранить эти тесные контакты, вот это хорошее взаимодействие, сотрудничество, я думаю, что если не еще не 10-этажное здание, то, наверное, подобное отделение может быть расширено, развито, появится еще одна лаборатория, и, конечно, это будут рады прежде всего наши пациенты. Спасибо. Спасибо. За коллективы. Наш альянс. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я очень волнуюсь, но независимо от этого, позвольте мне сказать несколько теплых слов в адрес коллектива замечательных людей Московской медицинской академии. Сегодня я рад быть среди почетных и желанных гостей в этом прекрасном и доброжелательном доме, доме, который называется Московская медицинская академия. Я благодарю от лица руководства компании «Альтин Медикал», я благодарю от лица аккредитованного представительства России этой компании, и я благодарю лично от своего лица то, что вы пригласили нас принять участие в этом торжественном собрании. Кроме того, я благодарю вас от лица нашей компании за то, что вы сделали выбор нашей компании в развитии, в организации великолепного отделения искусственной почки. Надо сказать, что медицинское оборудование нашей компании продается и устанавливается во многих городах мира, и в Токио, и в больших городах Канады, Соединенных Штатов и Европы, в ведущих диализных и нефрологических центрах. Таким образом, я более чем рад и доволен, что подобного рода оборудование также стоит и в великой столице мира, в Москве. И не просто стоит в Москве, но стоит в ведущем медицинском учреждении, коим является Московская медицинская академия.
Кроме того, я, значит, хочу также сказать, что на сегодня вы присутствуете, те, кто работает в Московской медицинской академии, и гости этой Московской медицинской академии. Я думаю, что сегодня этот день, вы должны знать, является сплавом, сплавом, великим сплавом. Что я имею в виду? Вы находитесь в ауре и в том доме, который является домом Великой Российской нефрологической школы имени господина Тареева. Я думаю, что этим все известны. И, кроме того, вы сегодня являетесь участниками того, что это Великая нефрологическая школа России и прогрессивная технология, которая на сегодня существует в мире, соединяются вместе. И результат этого соединения Великой нефрологической школы и современной технологии позволит всему коллективу отделения искусственной почки достичь очень больших результатов. Поэтому, значит, не затягивая свою речь, я еще хочу сказать и поблагодарить весь коллектив за тот выбор, который вы сделали. И я хочу поблагодарить лично очень таких виновников этого торжества и Михаила Александровича, и Николая Алексеевича, и Сергея Антоновича, и, конечно, Ирину Евгеньевну. Вот этих, и, конечно, еще тоже очень важного человека Валерия Владимировича. Я хочу выпить за тот сплав, о которых мы говорили, и лично вот за тех людей, которых я здесь перечислил, которые помогли создать и это великое, так сказать, чудо практически реализовать. И сегодня вы являетесь участниками вот этого великого дела, которое сделано в Московской медицинской академии. И пусть вам все по-доброму завидуют и приезжают к вам со всего света учиться, как они приезжали раньше. А компания «Альтин» со своей стороны обещает оказывать большое содействие, которое необходимо в развитии той школы, которая есть, и в развитии диализного и нефрологического дела на базе Московской медицинской академии. Еще раз ваше здоровье и желаю вам успеха. Спасибо. Хотя высоком, но... Я поняла, что Таша не пойду ее исправлять. Я пойду исправлять ее тоже. Уважаемые коллеги, теперь уже можно пройти в зал. Мы уже все открыли. Пожалуйста. Непосредственно начальник. А Ольга куда это сочаровать? Занимается другим препаратом. Я начинаю, да? Я от лица компании «Ясно Силак» хотел бы также поздравить всех с открытием нового отделения, с его, можно сказать, новой жизнью, пожелать, чтобы на новом оборудовании больные почувствовали себя здоровыми. Действительно здоровыми. Чему поможет лечение? Наше сотрудничество. И хотел бы вручить эту картину. Я не знаю, где Вера, где Денис. Наверное, вот так. Да. Николай Алексеевич. Это в отделении гемодиализа или да. в клинику? У нас есть еще небольшой подарок, но... Более узкий. Да, более узкий. Николай Алексеевич, придется вам брать эту картину. Спасибо большое. Спасибо. Очень красиво. Очень красиво. Спасибо. Да. Клиники вот, самым разным нашим гостям ярким эпизодом подсказывает Сергей Викторович, потому что он говорит, он достоин вести экскурсию.
не я, был в общем, так получилось. А здесь ремонт, так сказать, не коснулся своих. Почему же? Он коснулся. Мы оставили все в первозданном виде, извините. Так как это такой замысел художника. Понятно. Вот, что вот там мы сделали как бы вот современно, а здесь решили, пускай все будет именно так, как было при Евгении Михайловиче. Понятно, поэтому что-то вот эта белая плитка такая. Да, особенно раковина. Да, вот именно. Так что это все. А вам сразу потолки нужны? Специально все. Что еще интересно, как вот этот жизненный кредо Евгения Михайловича Тарева, вот, не быть в тяге с лишним. Я считаю, Юрий Михайлович очень близок к нему, потому что его кредо, приходи, говори быстро, проси мало, уходи. Это же листочек, который прикреплен к стене, просто. А еще был, Юрий Михайлович, помните, у вас был... Что, Валерша? Конечно, подвиг. Он делал его подвиг с позапрошлого года, когда ему сказали, что ни на какую Украину не поедешь. Михаил Николаевич, что вы тут сделаем? Расслабляйся, а сейчас джунгли. Да сейчас уже нормально. Завтра я сюда пришел. По касательной прошел мимо клиники. По касательной. Сейчас Владимир Николаевич компрометирует. Я вот первый прекрасный отделение. Ну какой пенец? Ну завтра занят. Ваня Владимирович. Пенец я не могу. У меня тут кризис. Еще 100 местей.